Информационный сенсорный киоск «Basic». Оборудование лицензировано и включено в реестр российской промышленной продукции «Минпромторг». Серия универсальных информационных киосков представлена в нескольких диагоналях. Компактное решение «Стойка 24». Уникальная изогнутая форма с удобным для использования углом наклона. Устойчивый металлический корпус и торцевая атмосферная подсветка. Опционально в информационный киоск могут быть установлены термопринтер, картоприемник, сканер штрих-кодов и множество других устройств. Диагональ 32-43-55 представлена в классической форме интерактивной стойки. Модель включена в реестр Минпромторга и функционирует на базе российского процессора «Байкал». Универсальное программное обеспечение «Лига Basic» разработано для интерактивных сенсорных киосков и решает множество задач. Информирование посетителей, презентация товаров и услуг, трансляция фото и видеоконтента, навигация по территории и многое другое. Производственная группа «Лига». Создаем умные решения для ваших задач.